Йоу, всем привет, с вами Максим Мадзе, и сегодня мы начинаем играть в New Super Mario Bros. 2. Собственно, мы с вами прошли уже две части, это New Super Mario Bros. 1 часть на DS и New Super Mario Bros. Wii. И вот на 3DS в 2012 вышла New Super Mario Bros. 2 для 3DS, а для DS. В общем, мы сегодня будем проходить ее. Так, выбираем, короче говоря, так, выбираем курсор. К сожалению, можно здесь играть как за Марио, так и за Луиджи в одиночном режиме. Есть также кооперативный режим на двух игроков на разных консолях. Эта часть напоминает предыдущую часть по музыке, например. Музыка очень похожа, как из предыдущей части на Wii. Так вот, в общем, можно также L и R зажать кнопки, но тогда... Но Луиджи мы сможем играть только если мы игру пройдем изначально полностью. Почему-то, если новую игру начать, то не получится. Ладно, короче, начинаем. Показывают нам, короче говоря, ролик. Что-то не записывается. Короче, там Марио и Луиджи у нас. Попрощались с принцессой и с помощью костюма Тануки, короче, полетели. Там на металке дети Боузера, короче. Попрощались с принцессой и... Марио и Луиджи отправляются спасать, короче говоря. К сожалению, эмулятор 3DS на ПК-шке, он недоработан. Во-первых, игры не тормозить могут, во-вторых, там вылететь может иногда, зависнуть там всякое или еще что-то. Ну, надеюсь, этого у нас не будет. Так, начинаем с первого уровня. Музыка на первом мире такая же, точно такая же, что и предыдущей части на Wii. Ну, правда, в замок зайти нельзя, там можно было в замок зайти. Разрешение тут гораздо ниже. Ну, понятно, 3DS прототип. Да, разрешение здесь даже ниже, чем у современных смартфонов. Резко, кстати, как ни странно, актуально до сих пор, несмотря на то, что уже целых 8 лет, да, 8 лет, а ее до сих пор купить можно. Правда, у меня в Новосибирске в бизнесе я что-то не нашел ее. Хотя там только Nintendo Switch есть. Даже Nintendo Switch Lite там пока не было. Что такое не Switch Lite, я расскажу чуть позже, а пока я расскажу, что... Ролики. Я на той неделе сумел записать аж целых 5 роликов. И еще один ролик на камеру блоговский. На камеру старого телефона записал. Так, так же как на диеске, вот так вот. Можно собрать один предмет в ячейку и также вот мини-карт, как на диеске. Здесь очень много монеток в этой игре. Монетки в этой игре становятся частью геймплея побольше, чем в других там играх по Марио. Вот, на этой неделе вряд ли так получится. Во-первых, увидите, что я записываю ночью. Все потому что... начался... Ой, это закончился сентябрь.
И новое расписание повесили, и это, честно говоря, я никогда не думал, что так скажу, но это, честно говоря, не расписание, а какой-то просто ультрапиздец. Ну, извиняюсь за выражение, конечно. Ну, потому что у нас каждый день по 7 уроков, буквально, в смысле, и по субботам тоже. Трэшак, конечно, я просто не успеваю ролики записывать. Ну, сегодня 4 урока, я успеваю, но на завтрашний день кучу уроков надо будет делать, поэтому... Прошли уже. Так, синий круг тут есть. Так, у нас с предметом в ячейку попадают, как на диез. Так, здесь также есть большой гриб. Огромный гриб, как в диез. Это что же самое? В этой игре New Super Mario Bros. 2 всего 6 миров, точнее 6 миров, 6 главных миров и еще 3 дополнительных есть, бонусных. Сейчас у нас доступен только один, мы будем разблокировать другие по прохождению. Так же, как и на диеске, кстати говоря, мы собираем монеты для того, чтобы покупать домики вот эти, и уровни там, скипать и все такое. В общем, тут много общего с DS, ну и общего с Wii, частью на Wii и с DS-кой. Музыка вот Over World. Вот это самая тема. Тоже Super Mario Bros. Wii, ну чуть-чуть изменён. Слегка изменён. Самое наводнение этой части. Блин, я ее прослал. Это фигня из Super Mario Bros. 3. Super Mario Bros. 3 NES на Денди. Это костюм Тануки. Марио превращается в такого мода и может так вот медленно опускаться. Медленно опускаться и хвостом вертеть. Кроме опускаться еще можно взлетать в воздух. Mario number one. И в отличие от предыдущей части, здесь Марио не заходит в двери. Двери замка или башни. Или дома призраков. Он просто... Он просто как прыгает в башню. И сами башни не видели. Так, собственно, что у нас тут? Музыка в башне та же самая, что в предыдущей части, только есть одно отличие от того, что здесь есть. Сейчас, короче, услышите. Ко второму я сказал. Так, простите, вопрос тут задали мне. Вот это вот есть. Сейчас, наверное, не будет такое.
Также у нас по башне ходят гумбы в серых масках. Также пираньи. Скелеты пираньи и черепахи. Помимо, короче, скелетов, черепах у нас появились. Гумбы в серых масках и скелеты цветы, вот этих вот цветов. Скелеты цветов так же, как и черепах, нельзя уничтожить огнем. Так, и мини-босс у нас, наверное, немного странный, честно говоря. Вот эти непонятные трёхроги. И все. Очкарик русский. Так, я тут с помощью двух кнопок, короче, экран меняю. У 3DS, конечно, два экрана. Нижний сенсорный, верхний обычный. Так, уровень под облаками, наверное, такая же, что и в Super Mario Bros. Но немного изменена, увы. Всё-таки немножко изменена. Где наши враги становятся золотыми, и когда их убиваешь, то есть монетки убивают. Также, когда мы берем кнопку, у нас появляется 5 баллов в левом нижнем углу. Когда мы разгоняемся, она нам начинает наполняться, и мы, короче, можем взлететь. И это очень прикольно. Вот, ну вот, собственно, и все. Mario number one! Сейчас будет подводный уровень, походу. Здесь, на вот этом уровне, по-моему, где-то секретный выход. Или не здесь, может, в башне, по-моему. Блин, я не помню. В башне, вроде бы. Да-да-да, в башне. Секретный выход есть. И, короче говоря, он ведет сначала вот на вот этот гриб жизни и вон в пушку. Которая ведет на один из бонусных уровней. Пока не будем этого делать. Мы сначала все главные миры пройдем. У нее Super Mario Bros. 2 нету ледяного цветка. Вот сразу. Либо преследует, либо будет. Ну, недолго, конечно. Здесь, короче, все те же... А, есть еще кое-что интересное. Сейчас его не увидим, мы увидим только во втором мире. Золотой цветок. Он, короче, превращает Марио. Марио становится золотым, но Луиджи, к сожалению, серебряным. Или свинцовым даже, наверное. В общем, Марио золотой, а Луиджи свинцовый. Так, рыба, которая хочет есть, пошла в жопу. Thank you.
окей. Здесь нельзя пируэт делать, в отличие от предыдущей части. Так, в отличие от блока, красного блока с вопросительным знаком, в части, здесь у нас вот такой вот золотой кирпичный блок летает. Если... Короче, его можно надеть на голову и... С такой вот башкой кирпичной ходить. И, короче, когда мы будем подскрыть, все равно на них появляться. Так, это замок. Оу, нет. Капец какой-то. Задержался я немного с него. Плевками из лавы. Короче говоря, это первый замок у нас. Какая же вообще как предыдущая часть тут? Как у башни здесь? Боюсь, что я упаду в лаву. Сейчас я упаду. Да, вот замок начинается сразу. Ладно, зашел уже, дверь ты зашел. Части на Виме. Должны поймать ключ. Марио, так, пустыня. Собственно, как всегда, у нас второй мир.
Так, во-первых, сохраняем. Сохраняемся, во-первых. Музыка вот тут на фоне точно. Абсолютно точно такая же, как и в предыдущей части на Wii. Чем мы слушаем? Да давайте начинать уже. 12 жизней. Здесь можно больше 100 жизней набрать. В предыдущих частях максимум можно больше жизней набрать. То есть трехзначное число нельзя набрать. Трехзначное число жизней. Должен вам показать тот золотой цветок. И сейчас мы будем все хорошо крушить на своем пути. Он просто всех убивает теперь. И превращает все в монетки. Это самое мощное оружие. Можно как-то туда надо сходить. Так, музыка в пустыне у нас такая же, как и на Wii. Золотой цветок у нас не сохраняется, как только мы добираемся до финиша, он тут же исчезает. Но может быть, понятное дело, слишком мажористый пауэрап. Так, сейчас, по-моему, в воздухе у нас будет. Да, точно. Да тихо ты, блин, господи, чё шары не спускаешь? Ну ладно, просто. Все равно получилось. Не в ту сторону, блин. Запустил я. О-о-о, осторожно. Эх, чуть-чуть не успел. Следующий уровень у нас подземки. Есть. И проход за нами закрылся. О-о-о. Вот эти штуки, фигушки, предыдущие части превращались в яблочные колючки. Яблоками становились, а тут нет такого.
всегда колючки. И железо также колючками они все время были. Так, этих нельзя убить огнем, к сожалению. А я никогда поверху, кстати, не проходил тут. Но это нам дает только звезду. Монету со звездой. Стой ты, да. Марио тайм. Так, опять башня у нас. Сюда золотой блок. Да ё-моё. Вот вечно так, блин. Кумбы у нас тут, кстати говоря, не просто в масках, они еще и темно-синего цвета, как в оригинальном Супер Марио подземелье. Подземелье в оригинальном Супер Марио Брос. Вот, вы, наверное, знаете, что там кумбы, они выглядели именно в подземке. Они выглядели не совсем так. Они были темно-синего цвета, и здесь точно так же. Точнее, в подземке они тут обычного цвета, а здесь... Ну, в одном из домов призрак. Тут, там тоже были гумбы с темно-синего цвета, но без масок, просто обычные гумбы были, просто другого цвета. Ну, туда наверх мы не полезем, там только звезда. Звездная монетка, просто и все. Так, теперь их тут 4, в прошлый раз. Ну как-то так. Так, первый дом с призраком, он появляется уже на втором мире. В предыдущих двух частях он появлялся только на третьем. А здесь сразу же на втором. Так, тут кругом подставы у нас. Призраки у нас, короче, когда мы на них смотрим, они... Таким
красновато не становится. Так, сейчас, короче, нас должны пугать. Типа мы должны были испугаться. Короче, его никак нельзя убить, от него можно только уходить. В этом доме призраков кругом подставы, блин. Потому что... куда и наступишь, что пол превратится в что-нибудь. Блин. Здесь где-то секретный выход должен быть. Ну, мы, ладно, мы не пойдем туда. Я пропустил его. Я правда не помню, куда идет этот секретный выход. Если он идет сразу же на последний уровень, ну или какой-то там уровень пропускает, то было бы, конечно, лучше. Было бы, конечно, лучше, если я бы его не пропустил. Если он просто какой-то мир дальнейший пойдет. Варп, короче. То тогда правильно я сделал бы. Что... в общем-то говоря, пропустил секретный выход. Сейчас посмотрим, куда он ведет. Нет, он, по-моему, ведет к последнему уровню. Нет, он не к последнему уровню ведет. Просто немного укорочает нам дорогу. Ну ладно. Блин. Не успел затормозить. Жизни, у нас жизней полно. Надо не пользу, не принесут. Я совсем забыл про вот этого огненного чувака непонятного. Это, конечно, не так прикольно. Больше монеток собрать, если бы я точнее бы прыгнул. Так, короче, у нас два уровня осталось. Это вот этот уровень. Вот так вот, короче, короче, более 500 тысяч очков мы набрали, почти 600 тысяч.
Так и остался на зиму, как мы закончим мне сегодня. Блин, вот этот замок мне не очень нравится. Так, опять вот это. Так, сейчас еще раз попробуем. Ну куда он делся? Так, это, короче говоря, мир третий, мы будем в следующей серии проходить. Короче, здесь, короче, соединили и пляж, и лес одновременно. Сейчас. Вот тут пляж сначала идет, потом, вот видите, лес тут идет у нас. Вот так вот. Ладно, на этом мы пока что закончим. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, вступайте в сообщество ВКонтакте и подписывайтесь на мой запасной канал. Я не настаиваю, конечно же. Ну, всем пока. С вами был Максим Азы.